Ну, повар Жуков будет играть в... Есть, ну, давайте поговорим играть. У меня есть два персонажа. Один это спикермон, обычный начальный, а второго, если честно, не знаю, кто это. Давай. Вот и пошла. Это у нас оказывается женщина-агент, которая прокачивается не так долго. У нее есть вот такой пистолетик, он, кстати, прикольный. Давайте прокачаем ее. Ну, он как из... она походу как и спикером прокачивается. Не смогли они заставить пока что. Давайте продадим ее. И поставим куда-нибудь вот сюда. Хотя нет, у меня другое место. Давайте поставим вот этого с багажом. И ее мы будем качать. Пока не с чем. Вот стоит. У нас, как я здесь понимаю, 20 волн. Это у нас женщина, как и нет. Понятно. Так, сколько? Ладно, давайте покачаем ее. А, у меня еще нет столько. Давайте когда его поставим. Он будет на помощке. Давай. Я успею его тогда прокачать. Не правда, у меня, кстати, больше радио. Я его одного выключила, да? Да, у меня. Гасите. Блин, у меня перезарядка. 3 секунды? Это слишком много. Надо быстрее копить. Надо прокатить его до спикермена. У него 1 секунда перезарядка. Сколько у меня там уже хп? 450. Надо вот этого покачать. Я заболел. Сука, хочу в школу, не пошел. Надо прокачать спикермена. Он будет там более наверное. Я за него уже играл, до босса доходил, только я проиграл. Прокачиваем его. Его радиус стал побольше. Давайте его продадим. У нас будет 85. Он пока их побьет. Сейчас сколько? 350. Надо кричать. Она будет так помогать. На помощь. Только, блин, сейчас мне надо продать своего. Блин, я сейчас тупой, как ты делал большой. Я ее продал, я не могу поставить. Нет, так себе. Давай, спик, смотри. Давай.
Би-би-би. Красавчик. Семь миллисекунд перезарядку. Угу. 50 урона. Нормально. Угу. Надо еще подкопить. Это на помощь поближе. Я прям у дороги надо ставить. Прям у дороги, потому что ее радиус такой фиговый. 5 минут. Спикермен. Нет, второй, у него первый. Вот это можно его прокачать. Ну, вроде чуть-чуть побольше столько не... Правильно, спика. Извиняюсь. Покачаем спика. На 2 секунды перезарядка. У него 70 секунд. Ну, в принципе, сейчас хорошо должно пойти. Давай. Баус должен... А, вот так, ясно. Ну, он пораняет их чуть-чуть, а это добивает. Давайте копим ему. Угу. Вот. Еще 10 медалов идет. Угу, сейчас прокачаем термона. Сейчас бонус прокачу. Теперь будем качать вот это. Итак, пока все 15 не поставим. Пауки, спайдер. Ё-моё. Сейчас её покачаем. Боже мой. Сейчас её покачаем. Будет всё покинуть. Ну, это так себе. О, у неё 120 урона плюс дамаг. Это же урон. Я в English не разбираюсь. Меня не спрашивают. Давай. Ты у нас прокачан, а ей еще одна прокачка нужна, да? Да, это камера Woman. Боже мой, какие они медленные. Туалеточки, блин, туалеток. Поставить этого сюда, наверное. Уже сюда надо ставить его. Я не слышу удары. А, по-моему, я сейчас поиграю. Я его поставил ни в каком месте. Все, стой здесь, цеплять должен. Хорошо. Все, быстрей. Гаси, 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 гаси. Нет! Он не успевает. Меня сейчас убьют. Появляются проблемки.
большие проблемки. Надо прокачать. У нас комбилеты будут нормально. Десять секунд. Давай. Надо срочно подкачать это. Вот чувствую, как это сейчас будет. У меня 30 хп на базе осталось. Надо секунду, конечно, вообще не зарядка. Не могу. 300. 300. Я это даже не думаю. В принципе, нет, он не успевает. Габелла. Скип. Я, по-моему, хуже сделал. Не Габелла большая. О, у меня лагает все. Габелла. У меня уже и так Габелла, но давайте ее покачаем. У меня все равно 1 секунда перезарядка. Ну, мне уже Габелла. Гудбай. Давайте снова поиграем. Все. Так, простой у нас Войд. А, Эйс. Медрум, Харт и Найтмар. Все. Хорошо. Я поставлю этого. Наверное, поставлю еще вот эту. Он рядом с дорогой. И сейчас чтобы мы поставили. Надо будет его. Не понял, что будет прокачать-то. Хорошо. Её урон большой. Понятно. Надо этого прокачать, а потом её. Вот. Прокачиваем. Теперь копим на эту. Наверное, так будет правильно. Хорошо. Давай. Мы должны победить. Это скибиди дуб-дуб-дуб не съест. На. О. Он еще будет чуть-чуть бить. А, прокачивай. Может, вынуть ставить. И прокачивать.
Я тогда боссов не прошел, потому что спикермены были слабенькие. Их найти надо было, что урон только у него. Качаем. Поставим. Так, ну в принципе бригада идет нормально. Надо вумана вставить. Угу. Офигенно все идет. А, я могу его уже покачать. Надо побольше вумен вставить. Угу, хорошо. Они идут, да идут. Что с базой? Так, теперь надо поставить без спикерменов. Не бить хорошо. Пока у нее 1 секунда будет перезарядка, спикермены будут заниматься своим делом. Покачиваем. Гасим всех и вся. Надо идти. А, все, покачать. И вумен. Вумены не для быстрости нужны, а для силы. Нам нужно только для силы, чтобы я убивала боссов. Ну, пока что мы идем хорошо. И это не радует. Помню, у меня такая толпа была. Ловко бить просто так. Поставила коленку. И снова вумен. Опа. Ну хорошо. Не поставляемся. Давайте, мальчишки и девчонки, и все. Когда у меня закончится, я буду просто ждать, у меня будет куча тыч, я еще этих буду продавать. Ё-моё. Вот постоянно это. Лагси. Делаем это. Так, 13-15 оставим еще. Наверное, вумен, чтобы денег можно не занимать. Он просто стреляет во всех. Ну, сила нам нужна. Давай. Покачали.
Че, я сижу, один мне копит деньги, и все хорошо. Может, косарь с чем-то. Уже два косаря с чем-то. Они развалили лаз туалета большого дома. Еще небольшой был достаточно, но сейчас скоро будет 20-я волна. Они здесь все стоят, бьют. Так, растворяю всех. Сейчас тут уже не покачиваем, покачиваем. Все, покачиваем, никого не забыл. Все, офигенно. Нормально, блядь. Эти убивают, а эти так стреляют. Ё-моё. Всё, последняя волна. Давай. А, здесь ещё же эти, блин. А потом только босс выйдет. Ну ладно. Ё-моё. Они так прилетали, в принципе, тоже убивают. Ну, прокачивать я их точно смогу. У меня 5 косарей уже. 6 косарей. Так. 6 косарей. Нет. О, вот он. А, это лаз, что ли? Вот он, 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 вот он. Все, убираем всех. И ставим новую бригаду. Они им хорошо нанесли. И второй раз хорошо наносят. Где он? Где он? Где он? А, он медленный. Все, быстро ставим и апгрейдим. Сразу хочу поставить два спикермена, чтобы они добились. Все, у меня тактика есть. Сначала спикермены. А, здесь у нас будут спикермены сейчас здесь стоять. Это последний босс. Ё-моё, чё они не ставятся-то? Ставьтесь. Они не ставятся! Они не ставятся! Вот так у меня получилось снять видео. И меня выкинуло, я не смог пройти босса. Ладно, с вами был Котёнок Краска, и всем большое пока-пока-пока-пока. И снова ошибка. Пока-пока-пока.